свободу политзаключенным. Скандируют шествие. И только что здесь была кричалка: «Россия – это мы». И сегодня это правда. Нет Россия. Путину! Нет войне! Нет 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 Путину! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Нормальные, хорошие люди. И их много. Когда все это начиналось, можно было увидеть, ну так, 1000-2. Россия будет свободной! Россия будет свободной! Я встретила людей из Петербурга, из Чехии, из Финляндии, из Польши, из Бельгии. И здесь есть немцы. Которые пришли, потому что верили в войне. И знаете что? Я не хотела идти, но понимала, что надо идти, потому что, ну а как же? Как я буду вам рассказывать, что я здесь вообще видела? Здесь удивительная атмосфера. На самом деле, много давно забытая. Здесь, конечно, были триколоры, и, может быть, вы увидите триколоры. И были такие же небольшие стычки по поводу триколоров, были и провокаторы, все было. Ну, то есть, то самое, что, наверное, мы начали забывать. И, наверное, то, во что мы перестали верить. Не в единение с организаторами, не в единение с чьей-то платформой. Платформа Ходорковского, не с платформой ФБК, или с Юлией Навальной, или Яшином, неважно. Здесь речь идет о единении нас, людей, даже не с русским паспортом, здесь много людей, с другими паспортами. А людей, которые просто против войны, людей, которые хотят поддержать Украину, а людей, которые ненавидят путинский режим, и людей, которые поддерживают политзаключенных и жертв и этого режима, и этой войны, и этой чудовищной политики. Узнаются, типа, реально очень важные какие-то реформы. Знаете, какое-то чувство, которое я могу назвать радость от того, что мы друг друга увидели. Снова увидели. Россия будет свободной! Россия будет!